наркоманов много, сумки вырывают. Скажите, кто депутат в вашем округе? Какой депутат? Не знаю. Жуков. Он знает, если честно. Ой, я не знаю. Ой, не знаю. Без понятия. Понятия не имею. Наверное, Жуков. Я не знаю ничего. Не знаю. Не знаю. Скажите, могли бы назвать основные проблемы вашего округа? Могла бы. Ну, назовите. Улица не асфальтирована. Живу 36 лет, не асфальтирована. Колдобина, не пройдешь. Колдобина. Поедешь на машине, как на этом. Подъезд не убирается, если честно, вот это вот. Хоть прибирали, а то как им платят бабки, как говорится, а никто не убирает. Очень грязно. Проходишь в магазин, особенно от торпеды туда, к той пятерочке. Там вообще ужас, один и дороги. Наркоманов много, сумки вырывают. Все эти газоны какие-то. Были нормальные вон около школы, пожалуйста. Все содрали вот такую плитку, новую сделали. Значит, деньги свои какие-то вложили непонятно туда. Сейчас эти кучи наделают, газоны ничего делать не будет, все останется. Деревца бы насадили, а то все это посрубили, все тополя. И голое это стоит, надо же новые хотя бы липы или что-то посадить. Это дороги, потому что яма на яме. И вообще уже очень много лет ничего не делается. 5 подъездов, ни одной мусорки нету. Детские площадки не ремонтируются. Проехать, даже такси вызвать, не каждый таксист соглашается подъехать к подъезду, потому что одни ямы. Там бугры, а здесь этот самый яма. Но иногда могут сказать, а ваша заявка выполнена. Пришли, сделали заявку, как сделали, когда они не сделали. Не убирали, например, подъезд, не помыли окно, там что-то еще. Вот это всегда возмущает. У нас плохой грязный двор. Он у меня в газу нету, уже давно, газу нету, уже второй год прошел. Вот это, на машиностроителе. Скажите, как депутат Александр Жуков решает ваши проблемы? Честно сказать, кто бы его видел, этого Жукова, это надо идти в Думу. А кто пойдет? Мы старухи. А тут на округе его не видно, да? Не, ни разу не видела. Не выполняет свои правила, народ вообще не считает за людей. Вот и все. С нами он никогда не собирался на улице, и я его никогда не видела. За что им деньги, как говорится, платят? Ну, лавочки какие-то там наставил, что-то. Ну, судя по тому, что у нас, как бы, какая разруха во дворе, я думаю, что никак. Да ничего, повозмущаемся, и все. Я его не знаю.